Мы без снятия. Мы просто маникюр, обрезной, аппаратный и все. А да? Потом я 12-го прихожу, да. А, да? Да. Ну, я тоже подготовилась. На фотографии я похожа на Ами сейчас. Ну, ты понимаешь, да, что у тебя бочки зацепятся? Да, понимаю. Ну, просто хотя бы более-менее пообрезать, что там этот... Потому что печаль, беда. Уксус отмоет полы, да? Смотря какие полы, а то он тебе так отмоет, что дырки останутся. Нет, там плитка. А домой сейчас не пробовала? Нет, завтра придет помощница, попробует. Привет всем. Привет, Ереван. Что случилось? Ничего, я разводила марганцовку. Привет, Ириночка. И развела ее на всю квартиру, и на себя, и на руки. Маникюр. Иногда полезно, чтобы открыть. Понимаешь? Так, ладно, запах. Мама в конце недели приезжает. Уже точно, слава богу. Зайдите на страницу, почитайте, какую я делала операцию. Пока. Я не нашла эту книгу, которой я была не готова. Это не я сказала, это мне сказали. «Скорбь сатаны». Вот. Я купила... Завтра ее начну читать, как раз в самолете. Я купила «Деньги, успех и вы». Ну, не знаю, Ален. А зеленка зеленая, а марганцовка розовая. Это не марганцовка, это вообще-то у тебя кастильяна. Это марганцовка. Да? Я думала, это у тебя кастильяна, которая, поняла это? Там тоже у тебя? Нет, здесь ничего нет. Процедуру для бровей какую? Лечу в Ереван. На показ. Девять миллиметров. Номер чего? Я не знаю, где научиться так же танцевать. Это как-то изнутри. Да, у Джема не получается, поэтому я лечу прям к показу. Если бы у нее получилось, мы бы полетели раньше. Погуляли бы там. А вот. Не, я лечу утром. А так получается, что на показик и обратно. Спасибо Ташкенту. Я занималась бальными спортивными. Спасибо большое. На полтора дня буквально. Туда-обратно. На показ и обратно. Все кушаю абсолютно сейчас. Только почему-то мне все говорят, что я снова похудела.
хорошие, да, остались дома. Окуметил капли. Нет, сейчас недорогие билеты. Спасибо, Кош. Что значит информация? Спасибо большое. Спасибо, очень приятно. Париж обязательно заеду в этом году. Обязательно. Ой, прости, Лёд. Ну, я верю, конечно, в любовь. Нет, нос у меня мой. В Уфе не была. И в Турцию обязательно доеду. Теперь я везде поеду. Вообще, конечно, без сомнений, сделала все правильно. Только, блин, вот все говорят, мне похудела, мне кажется, что я... На лицо поправилась. Привет, Лейла, привет. Сейчас, ну, где-то полная тройка. Спасибо, дай Бог вашими молитвами. Привет Северному флоту. Связь плохая, я на Wi-Fi сижу. В Москве уже прохладно. Так, это ближе к зиме. Зайка, на этой неделе я завтра улетаю, вернусь в пятницу вечером, наверное. Поэтому пятницу, субботу я работаю. А потом увидимся. Ногти сейчас не переделываю, делаю просто маникюр. Нету времени переделать. Не, не хочу поправляться. Так, пока я хожу за водой, на тебе еще пошел тут на кухню. Давай. Сгорел суп, простите, пожалуйста. У меня один тональный крем, очень много лет, и опять же, это тоже повторяется все как мантру. Шанель Вельвет. Я делала, да, но у меня недолго держится. Я делала не филлером, я делала гиалуронкой. Вот, у меня не держится долго. Вот вернусь, сейчас буду делать заново. Блин, ну только я могла открыть марганцовку. Очень холодно брать. Берите теплые вещи, жилетки, шубы, пуховики. Вы бы видели вся, я не знаю, изгиб. Вся квартира в марганцовке. Вся. На губах нет помады. Нет, я био перестала делать. Я теперь делаю плазму. Кастинг 400. Для волос.
Обязательно придет моя помощница, я ей скажу, пусть она оттирает уксусом. Пользуйтесь обязательно чем-то под тональный крем основу. Обязательно. И я сейчас, вон у меня отсвечивает, но на самом деле у меня неровности вон здесь. Высыпание, но я после глубокой чистки и пилинга. Я вся как сейчас змея облазю. Напиши, Кош. Булочка летит в Ереван. Не, мне на нету. Алло, любимая. Вещи отправляем. Не поверите, Ами успела отбежать. А типа как бы он и не подходит. Ами как четко успела отскочить, и так бы она была в марганцовке. Сам ты кривой, Гоша. Не хожу я никому, ни к психиатру, ни к психотерапевту. Ой, я не знаю, сегодня сейчас иду встречаться с Тамали. Вот, во сколько я закончу. А смотрится он только на фото и на видео, так, на свет, на свету под солнцем. А мне ужасно не нравится нерабочая моя сторона. Прям вот по бокам, Лёль, как всегда, прям сильно-сильно. Год. Ой, у Ати очень много. Да, я тоже больше этот прайм не использую, и пока я просто увлажняющим кремом делаю побольше. Я давно перестала пить снотворные депрессанты, моя жизнь наладилась. Слава Богу. Очень трудно, честно, с двумя трудно, тем более, если вы одна. А, мы не меняли форму моих губ. А, мы просто заполнили, где неровно рассосалась гиалуронка. И за счет этого, видимо, как-то они приподнялись. $5000 депозит с человека у нас стоит. А что это армянских собачек? У меня нету синяков под глазами, слава богу. Ничего с волосами не делаю вообще. А что ты за моим столом сидишь и ни разу не заплатил? Нет, ногтям не даю отдыхать. Не, не каждый день. Если выхожу куда-то, окрашиваюсь, а так я же не каждый день выхожу. Но если вы еще работаете, честно, будет трудно. Мне трудно с двумя. Очень. Воды сейчас много пью, да. Не знаю, может, после наркоза такое, но сейчас очень пью. Много. И не только воды. Слышь, ты беженец из Армении. Мы можем договориться по-другому. Ты мне подгонишь авто. А, у меня нет карандаша для бровей, тени Bobbi Brown 11. Ой, я сейчас вернусь, скорее всего, я улечу в Китай 19 числа. И когда уже, наверное, конец ноября, возможно, начало декабря, в Грузию. Но это тоже пока под вопросом, надо поработать много.
Я человек, не видно? Или вы в глаза долбитесь? Отвечаю. Миллиард первый раз я ничего не делаю с волосами. Но я же не знала, что будет трудно. Завела вторую, чтобы Атишечке было весело. Почему не можете решиться? Комочки, слава богу, все прошли. Вам только психотерапевт может выписать антидепрессанты. Капля акометил. Ати в Китае с ума сошли? Зачем он мне там? Да, я решила сделать двойное гражданство. Полечу в Армению. Выйду замуж там и подам на гражданство. Спасибо, Грузия. Ты посмотри прямо. Это судьба какая-то, предорога. Нормально. Нормально, я вот сейчас до этого дорежу, я выйду из эфира. Прости, пожалуйста. Ну, ничего. Уже прилетела? Ты что, не по этот, скажи мне. Она давно уже прилетела. Она уже у меня успела наколдыриться на работе. Не рассказывай эту тайну по укрытым мраком. Они же сейчас поверят, про феназепам и начнут пить. Не надо им такие вещи советовать. Турбо с ним пустит. Что, говно выходило? И быстрее. Очень хороший антидепрессант. А депозит означает не увидела. Быстро гуглим. Вы на эту сумму кушаете, пьете, курите кальян. Кальяна хорошая, да. Самая страна для меня Испания. Есть. Я бы их сгрызла. Я была близка к этому состоянию. Я прям не могу. Но я выпила. Что я пила? Залофт? Это что такое? Что? Залофт. Нет, я не знаю таких препаратов. Интересно, что? Руку сделаю, вырублюсь. Это да. Что это? И что вы едите, но... Боша? Например, на какую тему? Не плачу. Гош, ну хватит. Алкоголизм, он неизлечим. Пью апероль.
И такое ощущение, что я на 5 килограмм легче стала. А почему я обычный смерть? Со всеми, кто там работает, находить общий язык и все. Я не меняла ногти, я просто сделала маникюр, у меня нету времени, я потом приеду, поменяю. Я ничего сейчас не буду делать. Да, мне интересно, я вам обязательно отвечу, Алиса. Еще и к вам в Майами прилечу. Гоша, я тебя сейчас заблокирую. Нет, ухаживаю я на месте, на чистку я езжу здесь, в Москве. Вот, маникюр, который был. А что вам посоветовать почитать? Где была? Загорал? Ты меня в джиме заблокируешь. Угу, угу. Дубай. Какие Дубаи? Кипр я вам дала. На Кипр? По контуру. Сначала тоналкой, потом по контуру. Да, в Дубае, в декабре. В декабре на следующий? Ну, хочу. Я в феврале хочу. Полетели в феврале. Полетели в феврале. Полетели в феврале. Как раз я отойду уже до февраля. И как раз полетели. Я в феврале хочу. Кош, от какой неожиданности? Честно, я и Магадан мне уже не нравится. Мне нравятся только там креветки и чебуреки. Я сейчас фанат просто Нафара. Обычный взгляд. Просто фанат Нафара и еды там. Не читала книгу такую. А, не тебя заблокировали. Там немножко пришла красный красивый. Нет, вот люксы. А, любимая армянский, да. Орер, кянки сорер. Да не покрываю я ногти никаким цветом. Я просто делаю маникюр. Я уже ходила на Богемскую рапсодию, я написала огромный положительный пост, поблагодарила всех, кто посоветовал этот потрясающий фильм. Богемская рапсодия. Я рассталась, успокойтесь про того армянина, оставьте меня. Еще один вопрос по поводу него или что-то, все будут лететь в блок. Его больше, этого человека нету больше в моей жизни. Кальян на работе у нас хороший. Я тебя тоже заблокирую из своей жизни. Я не просто подписчик. Не могу я про него уже слушать. Все. Конец лавстори. Гоша. Любимая книга «История Билли Миллигана» и «Монах, который продал Феррари», и, конечно же, «50 оттенков серого». Театры не понимаю, не люблю, честно. Блин! Я его не люблю. Вы представляете, у меня собаки не грызли, ну, обувь. У меня вообще, как батя, никогда ничего не грыз. И Ами никто не грызла. И тут я надеваю свои кроссовки. Оригинальные, прошу заметить. Луи Виттоны. Что-то я где-то сидела. Не могу понять, там какие-то нитки торчат.
Еще сижу и говорю, вот смысл, и говорю, что это за оригинальная обувь пошла. И я понимаю, что там просто Ами кусок отгрызла. Это просто Ами. Она просто сгрызла пол кроссовка. Жить я хочу в Испании, либо в Америке. Да я на полтора дня. Улетаешь? Да, я лечу на показ. Нет, я говорю, ты говоришь, жить, я хочу либо в Испании, либо в Америке. А, я заберу кого-нибудь, или тебя, или Нину. Я сначала разбогатею, а? Она хотела в Америку. Вот, я разбогатею. И возьму Нину с собой. Без вариантов, она тогда давно хочет. Но у тебя только Америка, Испания уже все. Все, на них все, тогда я еду в Америку и с собой забираю Нину. Я-то старый, ты там зачем нужна будет? Начинается. У меня нету блеска на губах. Я никуда, Аминка, которая 3 семерки, 4 семерки, я кроме работы никуда не хожу. Вот я не вру вам. Я не наговариваю. Правда не хожу. Вот правда. В Магадан я зашла один раз вон недавно, когда с девочками была, они меня позвали. Я даже туда не хожу гулять. Я себя неуверенно могу чувствовать в двух случаях. Когда я без маникюра, без педикюра, это просто провал для меня. Чудо. Ой, все говорят его посмотреть, что он тяжелый. Не, он тяжелый. Он вообще не интересный, он же жизненный. Эрик? Эрик вообще не ругает меня. Он строгий начальник, да. Но не со мной. Я поеду в Китай, да, планирую. Не курю. Поэтому приходите к нам. У нас повеселитесь, у нас весело. Скажи же. Да. Очень. Любимое блюдо мое табуле. Табуле. Салат, киноа, помидоры, зелень, все это мелкорубленное. Но там все зависит от заправки. То есть у всех по-разному, да. Где-то просто его можно с тарелкой съесть. Когда на покрытие? Новый год я не знаю, где буду отмечать, честно. Я много где работаю. Ну, давай попробуем, так, давай. Вафимоли видели? Видите, вы даже некоторых подписчиков бесите. Я не переделываю пока ногти. Я просто делаю маникюр. Мне, честно, больно было ставить винир, но по той простой причине, что обточка мне болезненная, у меня очень чувствительные зубы. Очень. Рост 1,66 м. Малышка. Волосы снять? На лысо побрить?
вас не смущает, что как бы это мои волосы? Тише, ты ее толкаешь руку. Потом почистишь. Видела тебя с парнем в авиапарке. Спасибо, очень приятно. Что видела? Девушка вам пишет, что меня видели в авиапарке. На днях видели? Никакой наряд на Новый год. И рано еще. Нет, спасибо. Стрижка только началась. Стрижка только на Нет, все подряд. Не знаю, месяц, правда. Но... В Воронеже проездом была. Ой, я... парень на данный момент. Много будете знать, плохо будете спать. Ни брови, ни пудровые, ни микроблейдинг, ни микропудринг. Тени Бобби Браун. Я просто не пропускаю через себя. Не каждый день. L7. Зачем вот здесь? Я бы сейчас все посмотрела. В Томске не была. Прямо, да. Там тебя уже все будет. Я тебя не только здесь. Бежаешь? Брат родной есть по отцу. На озере Кома не была. Нет, стрижки нету, каскада. Нет, в общаге я не жила, но тяжелое время было. Я больше всего жду, когда вы мне ее купите собственные. Что про близнецов? Никаких я не планирую пластических операций. Не нравится мне микроблейдинг. В Ставрополе, конечно, была. У меня композиты, они недорогие. Около, ну, чуть больше $2000. Это керамика дорогая. Я, дай бог, поставлю попозже. Парфюм Де Марли и Арабия. Армавире была. Сколько близнец обижается. Блин, ну вот ко всем людям по-разному, Кош, честно. Ну, я отходчивая очень. Я к сопля на стене. Если вот я человека люблю, к нему тепло отношусь, и мне вот это скажут. Кристюша, жизнь моя. Все. Провал. Как мороженое на солнце. Таю. Что мне подбородок чешется? Не даю советов. Ура. Да, все надо. Да, я 12-го приду же. Если свои зубы у вас хорошие, конечно, лучше свои, еще раз свои, естественно. Но когда все зубы в пломбах, и это генетика, они очень плохие, то смысл? Не, в этот день не оттаю, Кош. Не, еще в образе побуду, да, чтоб там поумоляли. Типа попросили прощения. Я отдаю подругам и близким. Давно коктейли, я только сюда хожу.
Хотя сколько раз уже говорила, если бы я начала рекламировать студии и салоны, и маникюры, которые мне предлагают рекламу, я бы уже купила квартиру. Ну, последний раз, да, 3 дня было. Конечно, коплю. Спасибо. Не надо. Пусть все впитывается. Знаешь, как все сохнет. Я завтра лечу в Армению. Связь потеряна со спутником. Я еще даже возьму. Сейчас отлейте мне с собой. Ты знаешь, раньше был такой услуг, горячий маникюр. Да, я его обожала. Когда воск вот так вот, да? Не воск, это парафин добавишь. Это прям ванночка была, которую в креме пальчики опускаешь, типа обязательно в креме. Не знаю. Это называется горячий маникюр. Там уже ванночка вместе с подогревом шла. Помните, вас мешочки собирали клиентам? Нам с тобой? Да, конечно, что я должна домашнюю. Почему? Спасибо. Никто тебе сюда не садится пока? Не стесняйтесь, я же не кусаюсь. Подходите ко мне. А мне их дают еще и помимо этого сверху платят. Я транжира. Ой, какая я транжира. Я таких еще и в свет не видела. Ужас просто, какая я транжира. Посоветую сделать виниры. Подруг немного. Зависть порождает, пожирает дружбу. Надо рекламировать все. Не, все не могу, кожа бесит, все. Очень, очень многим отказываю, очень. Но реально, вот без всяких преувеличений, если бы за эти 2 года я на все согласилась, я реально бы уже купила квартиру. Ой, на море я пока не поеду, потому что я после операции, мне надо восстанавливаться в ближайшие 2 месяца, мне не светит. Те, кто спрашивают про карандаш, про краску, про все, вам уже подписчики мои отвечают 1 000 000 первый раз. Спасибо, Кош, спасибо, дай Бог, так оно и будет. В общем, с вами хорошо? Но мне надо бежать, потому что я рассталась. За кого мне выходить замуж? Нет, Nail Cocktail. Еду в Армению на показ сейчас. Масло втираю, крем втираю. Минимальный вес я была 48. Почему не соглашаюсь? Потому что я не рекламирую то, что мне не нравится. Спасибо, Тихорецкому. Осталось давно, тема закрыта. Так, все, ладно, мне надо бежать. Вместе с табличкой ходить. Да. Вот здесь вот я напишу купон 04, вот здесь кастинг 400, а на лбу, да, мы расстались. Все, всем отличного дня, вечера. Еревану всем до завтра. Завтра увидимся в Армении. И, девочки, не стесняйтесь, подходите, я не кусаюсь, со мной можно фотографироваться. Я в касте гость, в качестве гостя. Короче, завтра в аэропорту постараюсь выйти.